Всем привет, мы на территории Дока. Вот это рынок Фреш. Вот сейчас здесь так. Здесь автомойка. Поставили машину, вот решила вам показать. Все внутри заасфальтировали. Вот это здание апгрейдили, оно было все загорожено забором. Вот это кусочек Фреша у нас фигурный. Здесь что-то поставили киоск. Так. И заходим внутрь. Здесь такие полуразрушенные здания, которые продаются. И вот в том здании наверху ателье. И куча всяких магазинчиков, а также мастерская на первом этаже. Здесь, конечно, все убито. Напротив пролетарской вот дом 46. Так оно здесь все. Ну, здесь, видимо, загорели забором все-таки. Там, видимо, территория такая какого-то предприятия. Может, кто-то что-то выкупил, не знаю. Ну, вот кто знает, что такое док, кто когда-то был на этой территории, вот то, что от него осталось. Док – это деревообрабатывающий комбинат. Вот это вот здание клуба «Космик», а это вот строит на Пролетарской, стоит вот такой дом. Мы решили, что он жилой, потому что, судя по квартирам, здесь вот шиномонтаж, здесь какой-то кошкин дом, клуб любителей кошек. И судя по вот квартирам, перекрытиям, балконам, выходам, похож на жилой дом. Ну, точнее, скажем, тогда, когда его построят. Здесь делают развал схождения. Тоже смотрю со всех сторон чего-то. Так. Ну, там на втором этаже, точнее, на третьем, я была ателье, трикотажное ателье. Здесь автомойка есть тоже. И слесарные работы, вот за углом я как-то там машинку делала. А вот здесь буквально напротив гаражи и набережная Магаданки, детский сад. Там за шашлычка за ними. Ну, в общем, я вам показываю такую именно территорию дока. Почему здесь не так красиво? Это то, что осталось от дока. Что вот это за строение? Я не знаю. Что там закрыто? Ну, вот в этой мастерской как-то делала подкрылки. Мне сейчас тоже надо сделать, оборвали. И закрыто. 10 часов утра, у нас никто не работает. Все мастера выходят поздно. Все работают как-то странно. Город живет не ранней жизнью. К сожалению. А здесь моют машины. Мы здесь ни разу не мыли, потому что это как-то вот не в центре. Хотя смотрю, с утра машин нету, тоже удобно. А, автомойка. Мой сам. Ха-ха-ха. Сейчас я сфоткаю этот телефон. В общем, идем дальше. Ждем, пока нам в другой мойке помоют машину, которая возле рынка. Ну и заодно посмотрим там, что еще. Что еще можно вам показать на территории. Мойка, где мою машину, называется «Бешеная губка». Товарищи там, правда, работают такие. Раньше там девушка была, но, видимо, меняются. А здесь бургер какой-то, чайхана, напитки. Ну, работают, смотрю. А вот там мы берем где-то лаваш вот в этих киосочках. Ну, вкусное там, неплохо. Так, на рынок мы сейчас не пойдем, потому что он, в общем, еще не работает. А мы пойдем, тут есть местная комиссионочка. Рядышком. Так, здесь продают рыбу. То есть вот эти павильоны рыбные вынесены сюда. Хотя там тоже на Фреше есть. И вот Фреш, торговые ряды. Сейчас еще рано, поэтому хотя... А, режим работы с 11... А, это киоск с 11. А торговые ряды с 10 начинают. Значит, там уже кто-то есть. Вот этих товарищей раньше не было. Откуда-то они появились здесь. Дары моря. Ага. Вот это здание. Здание, по-моему, это тоже здание дока, да, управление? Там был институт, не знаю, он остался или нет сейчас. Ну, раньше был. Я даже туда документы подавала, университет написано такими большими буквами.
Не знаю, он здесь остался или нет. Надписи остались, но я видела этот университет на Кольцевой. А, комиссионка закрыта. Я говорю, наш город работает очень поздно. Здесь была когда-то кафешка, ресторан. В общем, здесь все закрыто. А так как у нас есть минут 40 погулять, я на перекрестке Пролетарская и Якутская. Вот кто давно не был. Вот это здание, да, ну, дом жилой многоэтажный. Вот этот Пашук, в котором у нас алкоголь продают в любое время дня и ночи. Все об этом знают, хотя алкоголь продается до 10 часов вечера, но здесь можно купить. Короче, встретить здесь всех бичей города, вот в этом Пашке. Так, а вот здесь давно уже сделали вот этот фонтан, и такое место чудесное посидеть, что я и сделаю, потому что мне нужно подождать. И машину, и Сережку. Так, напоминаю, что сегодня конец июля 2019 года, 29 число. И вот у нас так цветы расцвели. Вот эта капуста, которая, когда тепло, колосится очень красиво фиолетовыми листьями, зеленым, фиолетовыми, белыми, очень красиво сиреневый. По всему городу она рассажена по клумбам, но, увы, сейчас так холодно, что ничего не растет. Воробей прыгает, заодно вам живой природы. Боже, я так воробьев близко не видела. Короче, на днях мне сказали, что голуби, когда ходят, они так смешно делают, они же топают, и они делают головой вперед, такие, у них голова ходит ходуном. А вот воробьишки, они не умеют ходить, они только прыгают. Вот, никогда об этом не задумывалась, но вот как оказалось, да, вот он. В кустах прячется от меня. То есть он только летает и только прыгает. Вот сидят два красавца, один и второй. Остальные все улетели. Голубь, кстати, воркует по поводу фонтанов. У нас их много по городу, и с некоторых вода льется прям, конечно, более пушисто. Этот как-то куца. Ой. Здесь шиповник растет. У кого-то его совсем много, а тут вот насаженные кусты, которые прижились. Я помню, в Устёмчике тоже есть много шиповника вдоль улиц и в палисадниках, и везде. Устёмчик — это поселок Магаданской области, где я родилась и прожила всю жизнь. Так вот, а здесь его очень мало, только вот его рассаживают, его так откуда-то привозят, естественно, выкапывают, разводят. Ну, скорее всего, он дикий. Ой, а воробьи там шарятся, может, червяков ищут, прям вот прыгают, как зайцы. Да, фонтан, конечно, водой богатством не балует, но все равно хорошо так сесть и поотдыхать. Классно. Ну, и там, наверное, все. Все, что можно, я быстренько вам рассказала и показала. Бегом по фрешу называется, точнее мимо фреш. Несмотря на то, что сегодня нет солнца, в городе тепло. Босоножки я поменяла на кроссовки и езжу по делам. Работать буду, когда все дела переделаю запланированные. Конец июля. Ой, было так холодно, что цветов практически нет, не распустились. Жаль. Воробьишки, купашка. А голуби наверху пьют воду. И вот там тоже голубь. А, это не голубь, это человек на другой стороне. Вот видите, они тут тусят. То голуби, то воробьи. У них сегодня мойка. Ага, и голубь прилетел попить воды. Они залазят на самую верхушку, пьют воду. Прикольно наблюдать за ними. Классно. Ну, и там, наверное, все. Все, что можно. Я быстренько вам рассказала и показала. Бегом по фрешу называется. Точнее, мимо фреш. Так, ну все, пока. Будем заниматься делами. Сейчас отдохну и поедем дела делать. Пока-пока. С вами была я, Анжелина Джоли из Магадана.